наделяет скромностью и умением устраивать свои дела по-тихому. Люди с шипящими именами одарены в области изящных искусств, имеют хорошие артистические данные, обладают врожденным чувством такта, никогда не заденут чужого самолюбия. Кроме того, владельцы этого имени стремятся к знаниям, а также делать все добросовестно. Они всегда хотят добиваться уважения и любовь окружающих. Люди с буквой М в имени обладают превосходным умением решать сложные задачи и проблемные ситуации. При совместимости с партнером лучшие отношения будут достигнуты, если в имени партнера есть хотя бы одна ударная гласная буква. Чем больше гласных будет в имени, тем более сильное понимание между ними будет возможно. Буква С в этом имени означает здравый смысл. Таким личностям стоит уделять больше внимания самочувствию из-за частых перепадов настроения. Встречающиеся на пути препятствия для этого имени лишь подстегивают их деятельную натуру. Они не умеют вовремя остановиться и отдохнуть. Значение буквы М в имени говорит о заботливости, готовности помочь, некоторой застенчивости и мягкости. Если присутствует первая буква алфавита в этом имени, то оно постоянно будет стремиться к физическому и духовному равновесию. Звук Г у владельца этого имени не создает сложности восприятия имени, поэтому этот человек склонен зазнаваться. Подсознательно звук Е в этом имени воспринимается спокойно, без раздражения. Владельцы этого имени будут проявлять во всем инициативу и не любят рутину. У обладателя этого имени может проявиться склонность менять часто партнеров, потому что они всегда находят в каждом то, чему можно придраться. Звук Л говорит о сильно развитых родственных чувствах. Буквенное значение имени во главе с буквой А означает силу духа и стремление к успеху во всех сферах жизни. Они способны на решительные действия, но зачастую сначала совершают действия, а потом задумываются о последствиях. В основном обладатель этого имени – умная, творческая и свободолюбивая личность с аналитическим складом ума и нестандартным способом мышления. Звук Л дает людям любовь ко всему красивому, они верны в любви и способны вызвать к себе расположение. Значение буквы в этом имени символизирует чувство превосходства, говорит о самовлюбленности, стремлении завоевать всеобщую любовь, уважение и признание. Когда владелец этого имени раздражен, то проявляет властность и капризность. Представителям этого имени следует по возможности носить одежду из блестящих тканей. Этим людям также характерно стремление поделиться своими ощущениями и знаниями со своим партнером. Предпочтение часто отдают тихой и спокойной жизни, а в любви способны идти на любые жертвы. Буква Е считается символом естественности и гибкости. Этому человеку важно найти свой собственный путь в жизни. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.